Множество людей в Казахстане являются индивидуальными предпринимателями, не отстают от этой тенденции и отдаленные районы. К примеру, в Катон-Карагайском районе с каждым годом растет количество людей, которые благодаря государственным грантам начинают и развивают собственное дело. Так, в этом году 85 местных жителей получили безвозмездные средства на реализацию новых бизнес-идей. Проект «Алуаит Казины» стал одним из лучших в конкурсе на грантовое финансирование. Юная предпринимательница получила грант в размере 550 тысяч тенге. На эти средства девушка осуществила свою детскую мечту – открыла салон красоты. Если честно, я мечтала об этом с самого детства. Наверное, каждая девочка представляла себя в роли визажиста или мастера маникюра, когда была маленькой. Со мной эта мечта осталась и через многие годы. В 2018 году я прошла обучающие курсы и приступила к работе. А в 2019 году решила принять участие в розыгрыше гранта по трудовой программе и получила безвозвратные средства на осуществление своей мечты. Закупила оборудование и открыла свой салон. Талшин Рахимова – одна из постоянных клиенток. Она говорит, что ее устраивает все – качество, скорость оказания услуги и цена. «Мне очень нравятся работы Алуа. Все аккуратно, качественно и быстро. К тому же цена доступная. Можно сделать не только маникюр, но и макияж. Она мастер на все руки. Могу смело назвать себя постоянным клиентом». На сегодняшний день спектр государственной поддержки бизнеса широк. Программы, направленные на развитие этой отрасли, зарекомендовали себя как эффективные и полезные. В результате не только открывается новый бизнес, но и создаются рабочие места для граждан. Всего по району выдано 85 грантов. Общая сумма выделенных средств составила почти 50 миллионов тенге. Все предприниматели получили сертификаты на открытие своего дела. Все они прошли обучение. Поэтому мы уверены, что было сделано хорошее дело, которое положительно скажется на развитии района. Стоит отметить, что рациональность использования денежных средств, выделенных на открытие бизнеса, тщательно контролируется ответственными органами. Карина Мурадова, Сайжер, РСКЗ, Алтай Акпарат.